Всем привет, я Елена Руденко. Это видео о Украине, о выставке разбитой техники РФ, которая находится в Киеве на Михайловской площади. Выставка открылась 21 мая 2022 года и будет работать как минимум месяц. Здесь есть танк, несколько бронированных автомобилей и еще один экспонат, из-за которого жители Бучинского района натерпелись много горя. Советская станция помех радиоподрывника боеприпасов «Ртуть-Б» СПР-2. Именно это устройство блокировало связь в Буче и других городах Киевской области. Представлена не только военная техника, но и личные вещи российских оккупантов, поэтому можно точно узнать, откуда они пришли. Предложил идею выставки Национальный военный исторический музей Украины, а поддержку ему в этом оказали различные ведомства. Северное направление показало небоеспособность Российской Федерации. Они хотели за 3 дня взять Киев теми силами, которыми они высадились. Их славная броня, как они говорят, пробивается даже нашими пулеметами, прокомментировал экспозицию главный сержант 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Станислав Петряков.